Большой марафон Дней Республики завершился. Соглашения подписаны, пути развития намечены, призы вручены. Остались воспоминания. В отличие от прошлого года, праздник все-таки состоялся. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Концерт на Красной площади получился, как всегда, зрелищным и интересным. Даже несмотря на то, что в этом году конкуренция между исполнителями была значительно ниже, чем в доковидные времена. Впервые за 29 лет на фестивале «Родники России» приехали всего 6 коллективов. Ну вот пока что вот наложение вот этих всех ограничений, и ездим нечасто пока что. Вот за 2 года вот к вам выбрались сейчас первый раз. Значительно меньше в этот раз собралось и мастеров народных промыслов. Но можно себе представить, сколько людей поддерживали конкурсантов онлайн. Девизом конкурса стала простая и понятная мысль – сила и красота в единстве. Я изготовила пояс на дощечках, и он выглядел как 2 пояса, сплетенных вместе, наш компермяцкий и чувашский. И вот такая идея, что мы все вместе. И Пермский край, и Калининградская область, и Кавказ, и наши соседи по Приволжскому округу. Мы всей страной пережили первый год пандемии. Понятно, что впереди еще немало сложностей, но мы, по крайней мере, уже знаем, как их преодолевать. У нас в Чувашии эта традиция хорошо известна. Сегодня это называется в нашей повседневной жизни командная работа, образование команды. Так наши предки это делали методом неме. То, что не посильно одному, посильно множеству людей, если они соберутся вместе. И спасибо вам всем за такое замечательное совместное творчество. Елена Гальперина, Николай Скворцов, Павел Редков, Бахтияр Велиев, Юрий Марков, Александр Итяков, Республика.